Всем доброе утро. Идемте на распродажу. Я опаздываю. Ровно час прошел с момента открытия. Идемте посмотрим, что нам оставили. Сразу начну вот с текстиля, с разных интересных мелочей. Вот такая наволочка с фигуркой слона. Такая она интересная, объемная, серединка прям простегана, наверное, синтепоном. Посмотрите, какая классная игрушка. Скорее всего, на винтажное лицо, руки, ноги этого клоуна из керамики. Тело набивное, такое прям наполнено каким-то наполнителем, очень-очень плотным, вата, наверное. Мне кажется, он винтажный, такой красивенный, в костюме. Ну, в общем, очень красивая игрушка. К сожалению, мне она не нужна была ни для чего. Немножко пострадала краска на лице. Такой тональный крем слегка облез. Ну, в общем, игрушка целая и классная. Целый пакетик каких-то свечечек небольших. Видите, много мелочей. Не всегда бывают эти мелочи. Мне интересно было покопаться. Вот такая журнал «Дюран-Дюран». Думала, что это просто об этой группе, но нет, это раскраска. Помните группу «Дюран-Дюран»? Положила аккуратненько этого клоуна я на место. Вот такое огромное пазлы. Интересная такая смешная картинка, юмористическая. И из 500 частей пазл. Вот такая огромная-огромная обезьянка сидела на стуле. Вы знаете, если ее поднять, она в человеческий рост. Очень много мягких игрушек интересных, ну и таких и обычных. И мишки, и собачки, и слоники. Тут прям выбор был очень большой. Вот такой какой-то мультяшный новый герой, не знаю даже, кто это, похож на муравья, наверное. Яркий такой динозаврик, какой-то мишка в цветочке, в общем, сонный зайчик, ну, в общем, какие-то куколки были, и даже змея, ну, в общем, игрушек, как вы видите, очень-очень много в этот раз было. Ну, давайте по вещам. Брюки льняные женские, 100% льна, размерчик 20, по-моему, был, такие неплохие черные. Брюки мне очень эти понравились с вышивкой, с контрастной по низу, так интересно отделаны. Люблю необычные вещи. Эти брючки я купила. На высокий рост, ну, они будут как кюлоты, наверное, как капри, может быть. По-прежнему в моде все эти прозрачности. Вот такая из кружев, из гипюра блузка. Очень мне понравилось и кружево, и черное, ну, в общем, такое дело я люблю. Взяла рассмотреть вот такие брюки, мне показалось, что внизу это вышивка, но нет, это оказался просто принт по ткани. Следующие брюки, это брюки в стиле карго, ну, это джоггеры, они внизу присборены на резиночку. Очень симпатичная модель, по-прежнему они популярные. Размерчик плюс, по-моему, 20 или 22. Эти брючки я купила. Так, что там у нас дальше? Запутываются вешалки между собой. Приходится долго отделять вещи друг от друга. Вот такие симпатичные брюки, светлые, в спортивном стиле. Они под резиночку и на затяжечке по талии. Следующие карго джинсы в таком цвете фуксия, они широкие, ну, такие вот прям широкие, прямые, с карманами, конечно же, купила, яркие, красивые. Следующие эти лосины, мои любимые качества, это вискоза такая, хорошо тянется, хорошо подтягивает фигуру, в данном случае они такие в темно-графитовом оттенке, очень хорошие, я всегда покупаю такие лосины. Кроше маечка не взяла, очень красиво, но она очень маленького размера, по-моему, там что-то было или четверка, или шестерка. Вот такую блузочку кроше я купила. Очень они красиво смотрятся, особенно если надеть просто на белье. Видите, когда руку подставляешь на теле, смотрится просто изумительно. Видно прям весь рисунок. Вот такие классные кюлоты расклешенные в темно-синем оттенке. Вот такой вот, этот цвет называется Blue Navy, по-моему.
И он очень-очень популярный. Дорогие бренды, такие как Max Mara, любят этот, очень любят этот цвет. И часто используют в своей одежде. Вот такая белая блузочка тоже кружевная. Очень красивая резиночка полностью поверху. Можно открывать плечи. Смотрится шикарно. Тоже взяла. Вот эту бежевую тоже взяла прозрачную. Тоже, ну, очень красиво эти вещи смотрятся. Прям мне очень нравится, как выглядят вот такие кружевные блузки, кроше, маечки, футболки, лонги. Ну, в общем, все это смотрится очень и очень красиво. Вот такая нежная очень блуза, новая, с бирками. Видите, корсетный такой низ, отделена верхушечка блузы. Шифоновый прозрачный рукавчик, сама она из атласа, но, в общем, мне она очень понравилась, нежная, красивая блузка, я тоже купила ее, хотя размер тут тоже небольшой. Еще есть завязочки. Следующая очень красивая блузка из вискозы, у меня уже была похуже, немножко не в таком тоне, в бежевом, это в таком легкой горчичном тоне, очень красивая блузка, конечно же купила, широкий рукав на манжете, сверху кокетка расшитая, ну в общем класс. Блузки в этот раз прям изумительные. Вот эта блузка в цвете таком молочном тифани размытом, очень красивая, эта блузка из шелка, с такой вставкой кроше красивой. Конечно же, купила. Ну вот на этом первая часть этой распродажи можно закончить. Будет продолжение. Это я здесь показываю, что рукавчик